Накануне состояние национального парка «Самурский» и ход работ по созданию инфраструктуры познавательного туризма проинспектировал зампредседателя правительства региона Нариман Абдулмуталибов. Общая площадь парка составляет около 50 тысяч гектаров и охватывает участки 4 районов Дагестана – Ахтынский, Докуспаринский, Дербенский, Магарамкентский, а также прибрежная часть Дельта Самур и высокогорная Шалбуздак. На въезде уже начата реализация пешеходной экологической тропы, веревочного парка, визит-центра и зоны отдыха. Официальное открытие развлекательных площадок планируется весной следующего года, а все остальные работы к концу 2023-го. Комиссия также проверила и лес, который был поражен непарным шелкопрядом. На данный момент лиственный покров полностью восстановлен, и лесу ничего не угрожает. Особое внимание участники встречи уделили и экспериментальному рыбоводному заводу, и о лаковах с колесной дачи. На последнем объекте они обсудили проблему загрязнений прибрежной зоны ТБО и пластиком. По итогам выезда каждого пункта был дан ряд поручений и рекомендаций.